Самым горячим было обсуждение вопросов оплаты собственника квартир общедомовых нужд. Слишком много вопросов возникает у населения по поводу общих кубов воды. Руководители управляющих компаний считают основной причиной большую разницу между показаниями квартирных счетчиков и общедомового в банальном воровстве. Но жители называют много больше причин. И то, что жители в разное время снимают показания счетчиков, и то погрешность счетчиков достаточно велика, и многие другие. Депутат Госдумы Елена Николаева проинформировала участников круглого стола, что были приняты обращения в Госдуму и правительство Российской Федерации с предложением наложить мораторий на исполнение 354-го постановления правительства в части оплаты общедомовых нужд по воде. Вторым пунктом обращения стало предложение внести изменения в законодательство, которое заставляет ТСЖ и УК устанавливать приборы учета в домах, а до этого момента обязать их произвести перерасчет заранее начисленные несправедливые суммы. Кроме того, депутаты считают необходимым ввести предел на ОДН и ограничить тем самым коммунальщиков в начислении общих затрат. Мы ставили вопрос о приостановлении этого постановления. Я вам честно скажу, и мной был поставлен таким образом вопрос, и даже министр регионального развития в дискуссии поддержал меня в этой позиции. Но совместное решение правительства сейчас принято таким образом, чтобы очень оперативно внести изменения, уточнения в формулировки и в правила для того, чтобы изменить порядок, и не просто изменить, а сделать его более понятным, прозрачным и, самое главное, ограничить сверху, то есть будет предел, введен предел на общедомовые нужды, который будет описывать именно необходимый и достаточный объем потребления коммунальных услуг.